Евгения Кудинова и Ольга Петрова в шоу «Стань ФСБ» на Голд Радио. Доброе утро, друзья! 11:00, четверг, а значит что? Значит, в эфире шоу-программа «Авторский проект. Стань ФСБ. Стань свободным, сильным, красивым». И с вами я, шеф-агент Петрова Ольга, неподражаемая... Главный агент Евгения Кудинова. Ольга снова не дает ничего сказать. А мы сейчас представим нашего гостя. Подождите, Евгения Юрьевна, какая наша тема? Лучше скажите, давайте начнем с этого сегодняшней программы. Какая тема? А мы сегодня обсуждаем самое наболевшее. Беспилотники. У тебя это наболело? Да, но когда заходишь с утра, смотришь, какие новости, кто куда прилетел. И какие новости у нас Андрей в студии. У нас самая хорошая новость. Андрюша, можно поближе к микрофончику? Да. Поздоровайся с нашей аудиторией. У нас очень позитивные новости по беспилотникам, потому что в дальнейшем беспилотники будут очень много играть ролей в нашей жизни, да. Андрей, более страны. Андрей, вот мы прям вот, я не знаю, ты, наверное, вот, не знаю, настолько интересная тема, и хочется все спросить, но времени у нас так мало, и нужно спросить о главном. Вот у нас есть дрон. Мы его купили 2 года назад, но так не научились им управлять. Мы вообще ничего в этом не понимаем. Ты можешь нам в этом помочь? Да, конечно. А я вас прерву. Мы немножечко не представили Андрея. А у нас так, ну, у нас получилось экспромтом, уже все поняли. У нас Андрей Тафратов, разработчик БПЛА. Он все знает о дронах. Все. И даже больше. Наш первый мужчина, кстати, в эфире с начала проекта. Да, кстати, я надеюсь, что с этого момента к нам пойдет больше мужчин, потому что очень нам не хватает мужчин в нашей студии, на нашем золотом радио FM. Наш продюсер машет головой, видимо, поддерживает эту идею. Итак, приступаем к самому интересному. Начнем снова. Мы купили дрон. Да, вот такой дрон мы купили. Вот скажи, мы вообще ничего не понимаем. Купили его на Авито, подержанный. Сказали нам, что для начинающих, которые хотят просто снимать видео, это самый нормальный вариант. Да, я просто поправлюсь. Мы купили его для того, чтобы делать классные видео, потому что ны постоянно снимаем фэшн-мероприятия. Но не только фэшн. Это Ольга Михайловна, видимо, фэшн только. Я вообще хотела природу снимать, не знаю, над городом летать. Бегущая по полю в платье сошли. Но не успела. Но сейчас над городом немного сложно летать. Потому что есть запреты, разрешение получить сложно. А можно? Можно. А только как? Не над городом, а определенные зоны можно. Нужно скачать приложение «Небосвод» и там зарегистрировать, поставить регистрацию на борт в госуслугах и уже с помощью «Небосвода» запросить разрешение на определенную зону и уведомить, если... Поступило разрешение уведомить о начале работ и уведомить о конце. То есть съемки все-таки возможно организовать? Да, в определенных зонах обеспечить можно этот вопрос. Но не в Москве? Частично в Москве можно. Где-то, где могут разрешить. Там, где безопасно. А, хорошо. А как за границей обстоят дела? Ну, во всех странах, за, наверное, по-разному, очень, да? Очень здорово обстоят дела, кроме определенных стран, где... Эти, скажем так, услуги сильно коммерциализированы. Там разрешение на вылеты может стоить очень дорого. Там нужно платить? Да, вот, допустим. А у нас тоже надо платить? У нас надо платить? У нас не надо платить. А в Дубае? В Дубае очень дорого. Может стоить дороже дрона. Задержался очень-очень дорого. А ты вообще можешь, вот если к тебе обратиться за консультацией, ты сможешь подробно рассказать, например, человек... Не знаю, летит на Мальдивы, хочет там снимать, да, и не знает правил. Можем проконсультировать, объяснить, как это происходит. Вот, друзья, любые вопросы по дронам к Андрею. Вот у нас под эфиром, вернее, над эфиром его контакты. Ну и, в принципе, можно сейчас запомнить, Андрей Тафратов, знаток дронов. И он может вам ответить на любые вопросы о беспилотниках, начиная... От обучения, как научиться ими управлять, какие программы и так далее. Он может вас лично учить, я знаю.
и может вас консультировать относительно использования дронов за границей, в России, как получить эти разрешения и так как-то далее. Как-то прям рванули со старта. Ну и что? Сразу первые... о главном. Какой сегодня день? Сегодня день. Какой сегодня триколора. Друзья, поздравляем вас с чем? С днем российского флага. Слушай, государственного флага. Ну что же вы молчите, Евгения Юрьевна? Я молчу, а то вы мне там скажете потом, что я вас перебила. Друзья, мы снова врываемся в эфир. Мы хотим сегодня сделать большой акцент на самую интересную тему, но с какой стороны? Со стороны добра вообще вспомнить, для чего изначально разрабатывались беспилотные летательные аппараты? Для чего? Для того, чтобы помочь людям в съемках. Да и вообще в любых, особенно медицины, сельском хозяйстве. Андрей, расскажи про сельское хозяйство. Ну, сельское хозяйство, дроны, они помогают. И сейчас помогают, кстати. И сейчас, да. И в дальнейшем будут помогать. А что они делают? Они урожай опрыскивают, когда, вот, допустим, мокро. Если трактор пустят, то он перетопчет весь урожай. У тебя 30% будут убытки. Если это сделал дрон, у тебя убытков нет. И у тебя намного эффективнее, чем трактор, потому что он обволакивает при опрыскивании. А ты собирал дроны для сельского хозяйства? Да, конечно. Они большие? Они порядка 30 килограмм поднимают. У них бак, стоят распрыскиватели, насосы, системы лидаров, сканирование земли, RTK. Это точность высокая для того, чтобы он был безопасным при взлете. Все-таки машина большая, больше 3 метров в диаметре. У нее 4 очень быстро крутящихся лопасти. 3 метра нормально. Очень, да, крупный экземпляр. И если машина будет плохо настроена, есть шансы, что, ну, нештатные ситуации возникнут. То есть, ну, как минимум, постригут верхушки растений. Слушайте, вообще, возвращаясь обратно в красоту, в город, да, легко вообще научиться управлять дроном? Смотря какая фирма. Если этот дрон, допустим, со стабилизацией, то вполне просто. Ну, вот даже две блондинки быстро научатся. В течение 20 минут я научу вас. Ты нас веришь, прямо смотрю, сильно. Я знаю, потому что это очень просто на самом деле. Это если со стабилизацией, это почти как водить машину. Только... На автомате. Да, да. А вот он, вот здесь вот этот дрон, он со стабилизацией? Да, да. То есть мы не врежемся сразу в дом в соседний? Да, у него есть система безопасности, он ими распознает препятствия на каких-то расстояниях, на небольших скоростях. Лучше их немного ограничивать скорости, потому что это будет намного безопаснее для всех. И им можно летать в помещении. Вот как раз для помещений, то есть у вас, допустим, спортзал, мероприятие. А сейчас можно в помещениях летать в Москве? Да, конечно. Вот тоже, да, как ты рассказал, госуслуги? Нет, даже без регистрации спокойно можно летать в помещениях кругом, без проблем. А тут самое главное... Как вообще разделяются? Класс, вес. Малюсенькие есть? Есть малюсенькие, это порядка 100 грамм, это называется мобула, либо еще, ну, тип дрона, это тренировочный идет. Он как отрабатывает для того, чтобы почувствовать механику, как он летает без стабилизации. Потому что те, которые с стабилизацией, они более-менее дружественны к пользователю, а вот дроны, которые без стабилизации, это, условно говоря, молоток с моторами, который мы корректируем с помощью своего мозга каждую секунду, рассчитывая его инерцию, рассчитывая его вес. То есть уже там легко не долететь? Там очень легко, там можно много чего натворить, если у тебя нет квалификации. У тебя должна быть минимальная квалификация, и тогда ты уже можешь как-то пытаться подобраться к тому дрону, потому что те дроны, которые FPV, они очень непростые. Они как машина с прицепом, который... Двухосевой, да. Да, двухосевой. И еще у тебя одна ось вверх-вниз. Соответственно, там, ну, достаточно серьезная нужна подготовка. И чаще всего это возрастные ограничения, потому что гибкость мышления, она, ну, до 45 лет потом уже летать не сможешь. Да? Да. Что? А что ты...
Ольга Михайловна махнула рукой. Это нормальная ситуация, потому что продюсер показывает пальцы. Я вообще не пойму, что у вас тут происходит. Это пытается тренироваться летать. Мы с ней переживаем, думаем, сколько нам осталось для того, чтобы получить разрешение. Летать пробуем. Слушайте, сегодня день катания на радуге. Такой прекрасный день, хотя, к сожалению, да, вообще такой божественный символ был, мягко говоря. Его опошлили. Поэтому оставим. Слегка. Да, его в покое, а сами пойдем танцевать под музыкальные ритмы. Мы на радуге, на радуге не будем кататься, будем кататься по музыкальным волнам. Волнам, да. Танцуем, ребята, танцуем. На Gold Radio. Шоу «Стань ФСБ», с вами в эфире шеф-агент Петрова Ольга, главный агент Евгения Кудинова. Андрей, наш супергерой-разработчик беспилотных летательных аппаратов. Слушай, какая у тебя классная футболка. Привстань, чтобы люди посмотрели. Где взял? А это наша. Это президент. Была. Лучший президент, это президент Путин. Опа, садись. Это наш подарок Андрею. Мы сегодня ему подарили. Вернее, мы хотели на эфире ему подарить, но до эфира он увидел футболку, надел ее и сказал, я не хочу на эфире вот это все уже изображать, я уже в ней пойду на эфир. А это мы к чему? К тому, что медиагруппа ФСБ Freedom Thanks Beauty это не только две красивые блондинки. Мы еще выпускаем сувенирную продукцию. Журнал глянцевый, смотрите, какой классный. Это не сувенирная продукция. Плюс. Мы выпускаем сувенирную продукцию плюс журнал глянцевый. Сегодня день блондинок, что-то наше сознание. Сегодня день катания на радуге, Оля. Блондинок. И день флага. Блондинки на радуге, это мощно. Давайте вернемся к нашему Андрею, к нашему супергерою, как Ольга Михайловна сказала. Андрей, БПЛА в медицине. В медицине очень полезные БПЛА будут для доставки лекарств экстренной. Для, ну, допустим, случай простейший не в нашей стране, доставляют очень быстро лекарства, допустим, приступ какой-то у человека, да, и если скорое лекарство доставить в течение получаса может, то если БПЛА достаточно серьезно подготовленный, он в течение там 2-3 минут это... Он как в окошко стучится? Нет, он доктор... Условно говоря, звонит человеку, он выходит, и БПЛА прямо ему под ноги. На плечо садится. Нет, на плечо страшно садиться, потому что у него лопасть. Я шучу. Может так и в принципе. Деликатная прическа. Вылечить сразу. Да. Не вылечит, но, скажем так, эмоциональное потрясение возможно. На самом деле, получается, поисковый отряд, да, людей искать. Да, да. Если специализированный БПЛА, у него тепловизор, у него камера с большим зумом, и он взлетает и может и ночью, и днем обнаружить человека. Ну, днем намного сложнее обнаружить человека будет, потому что ночью тепло, а днем у нас вся поверхность нагревается, и она вся светится в тепловизор. А если вечером хотя бы немножечко остынет почва, у нас четко видно, где у нас человек даже ходил, то есть следы еще будут теплые. Ну, как интересно. Ольга Михайловна, ты знала об этом? В том числе и животные. Я теперь буду со спокойной совестью ходить в лес за грибами. Животных, да, можно искать? Да, конечно. В смысле, в лес за грибы будешь с помощью дрона искать? Нет, потому что если что, вы меня найдете. Если что, вы меня найдете. Без проблем найдете. Нормально. Дрону корзинку дал, да? Не, ну дрону корзинку... И вперед. Если дрон достаточно серьезный, то можно и корзинку на него... И смотри, как мышление разработчика. Хоп, он тебе уже все составил. Да, ну что, да, из корзинки. Идея продана. Ты сделаешь мне, разработаешь мне дрон с корзинкой? Без проблем. Он будет сам собирать? Как он их срезать будет? Собирать навряд, лопастями срезать. Слегка салатик нашинкует, но это же... Не критично, я надеюсь. Потом еще с картошкой пожарит вечером. Это уже что-то про мужчину, не про дрон. А что, дрон не мужчина, что ли? Дрон он мой. Это существо, скажем так, бесполое. Все-таки это мужской род? Дрон мужской? Да, но это механическая штука с определенными системами. Там операционная система реального времени. Ну ты вот к нему как относишься? Как друг твой, не знаю? Инструмент.
очень продвинутые. Ты не разговариваешь с ними, нет? Ну, если бы я уже начал с дронами разговаривать, тогда бы со мной было все достаточно плохо, и мне бы врачи не помогли, мне кажется. Вот. Слушай, а ты вообще как начал заниматься дронами? Почему? Откуда? Потому что мы знаем, что у тебя раньше был видеопродакшн. Видеопродакшн — это как бы следствие изначальной тяги. Изначальная тяга — это я научился паять, маленький еще. Потом научился работать с компьютерами, IT и программирование немного. Образование у тебя с этим связано? Да, абсолютно верно. И потом уже, так как продакшн — это... Я научился делать маки из простых ПК. Это именно нарицательные, скажем так, потому что это подвид компьютеров. Это даже не бренд. Вот. Ситуация следующая. Мне нужно было решать свои вопросы. Андрей у нас на самом деле первый мужчина на проекте. Это прекрасно, поэтому, Андрюк, тебе и дроном музыку в Голд Радио. На Голд Радио. Вот. Свободным, сильным, красивым. Шоу «Стань ФСБ». На Голд Радио. Голд Радио. Голд Радио. Слушай хиты. Hey, if you ever want to live it all, if you ever want to lose control, live it all, escape so far away, maybe then you'll think it is okay. Take the guitar and I'll tell you how. I just wanna show you how to stay. Listen and you'll never go away. Hey.
Стань свободным, сильным, красивым. Шоу «Стань ФСБ» на Gold Radio. Друзья, мы продолжаем. С нами в эфире шеф-редактор Ольга Петрова, главный агент Евгения Кудинова. Она шеф-редактор, я главный агент, все тут порешала. Проговорилась, да? Ну ладно, но самое главное. Самое главное, девочки в нашей студии. И мальчики, вообще-то. Девочки в нашей студии красивый, свободный, умный. Андрей, разработчик летательных аппаратов беспилотных. Летательных объектов. Неопознанных летательных объектов, да, но сам присмотритесь, девчонки. Так, Ольга Михайловна, не мешай разговаривать. Андрюш, если плохое зрение, Андрюш, вообще не опознают объект. Андрюш, ну расскажи, ну как ты там пришел к дронам-то? Продолжи да свой рассказ. Было просто, потому что учился смежный... IT, компьютеры, да. Видеопродакшн, фото. Да, ну фото это как экономически выгодный проект в тот момент был. А обратил внимание на дроны, потому что там также используются процессоры, там также используются программы, там также используются операционные как системы. Как первый раз это случилось? Как ты обратил внимание? Что, ты шел, летит дрон? Нет, я просто... Привет. Вот чем я буду просто обратил внимание на видео в интернете. Тебе на плечо? Нет, я посмотрел видео в интернете, мне понравилось, как он снимает видео. Это все-таки с видеопродакшена началось. Да, ну это как бы... Дай-ка я расширюсь. Да, естественно. И, естественно, я захотел чего-то, скажем так, более качественного, чем то, что предоставляется на рынке. И началась. Да, я помню, ты любил еще вот на пленку снимать, ну вот все говорил пленка об этом, это, что пленка купишь это как бы... камеру с пленкой на... за 28 миллионов. Нет, ну там чуть-чуть меньше. Суть не в этом. Будем, да, снимать на пленку, помню, вот этим ты все еще... Я смог на пленку перейти, но это не дало того экономического результата. Угу. Потому что сейчас чаще на iPhone снимают какой-нибудь телефончик. И фото, и видео. Да, раз, воткнул и поснимал, и вроде бы и неплохо, но с другой стороны, художественная ценность такого оставляет желать лучшего. Поэтому я решил что-то свое сделать, более качественное, более стабильное, безопасное. А вообще, вот у дронов у них у всех вот камеры хорошие стоят, съемка качественная? Нет. В общем, можно менять? Только у тех, которые делают самостоятельно, но нужно очень хороший опыт иметь в этом, потому что дрон — это очень... ответственная хрупкий вещь. Организм. Не то чтобы хрупкий, это ответственная вещь. Он может в любой момент сойти с ума, если собран некачественно. Из-за каких-то физических явлений, из-за того, что какие-то помехи в его спутниковой системе, из-за того, что могут быть какие-то атмосферные. То есть подул ветер, у него не защищен бородатчик, и он может в любой момент уйти вверх или вниз. То есть лучше не закрываться в гараже, не делать там самопальные игрушки. А самопальные игрушки очень опасны. А ты планировала, что ли? Самопальные игрушки очень опасны, если у тебя нет должной квалификации. Она, мне кажется, да, это я инженер-педагог по информатике, вычислительной технике, не палите. Это хорошо. Ну, есть какие-то задатки к началу. Ну, спасибо. Вот. Ну, но возраст уже, Оль, там все, там, говорит, не дают уже. Евгения Юрьевна! Все уже. Да что вы насчет возраста? Как ты там сделала? Вот так, да? Все, ну, бывает, конечно, но просто гибкость мозга у детей. Можно скрутить пробег, Оль. Пробег это можно скрутить. Не машина. А, тут вопрос... Закончится эфир. Бывает, но я надеюсь, отобьюсь. А я к тебе-то не буду, мне есть другая цель. Я понял, будем вместе окапываться. Андрей, тебе придется мне помогать, как старому другу. Ситуация следующая. Дроны должны быть очень серьезно настроены. Я имею в виду подход... Нет, не на поговорить. Подход настройки, калибровка каждого датчика. То есть обязательно должно быть все откалибровано перед взлетом, иначе у нас дрон может... Ну, сойти с ума и натворить очень всяких штук неправильно. Соответственно, очень ответственно люди должны на них летать. Если человек, скажем так, не самый ответственный, он может что-то пропустить или забыть. И перед взлетом гражданские дроны обычно там сами показывают, вот у нас там ошибка какая-то, я не хочу взлетать, либо зона бесполетная.
Но те, которые самодельные, они лишены систем самодиагностики. Я вас прерву, ребята, прерву. Кстати, Евгения Юрьевна, вы какого знака-то зодиака у нас по рождению? Я дева. О, так у нас начался ваш период тогда. Да, это да. Музыка для вас. Ну, спасибо. Танцуем Gold Radio. ФСБ. ФСБ. На Gold Radio. Шоу с Танькой ФСБ свободным, сильным, красивым. И Танька, я ФСБ запуталась там в двух словах. Я сказала, Стань ФСБ, там что-то слышится, как всегда. Самое главное, девочки, самое главное, самое... Андрей не женат. Андрюха, готовься. Там говорил, у тебя охрана хорошая. Разбирается в компьютерах. Фото. Ну, охрана нормальная. Сейчас мы тебя продадим. Зачем? Дроны. Надо. В стране вроде бы рабство. Все, любую, вообще любую проблему. Крепостное право тоже. Любую проблему технического характера решит 100%. Вообще, такой, короче, красивый. Золото, девчонки. Золото. Свободный. Золото. Смотрите. Сильный. Да. Свободный. ФСБ. Свободный. Забирают все. Продано, да? Продано. Начинаем наш аукцион. Подожди, все уже, звукорежиссер наш, этот, продюсер. Продюсер забирает. Она уже табличка продана поставила. Извини, Андрюха, ну так надо. В общем, пристроили Андрюху. Я не знал, что... Он не знал. Такой. Андрей, ну ты не знал, теперь знаешь, и что мы так тебя звали? Нам нужно было, понимаешь, что... Я понял. Такие вопросы. И потом нас всю жизнь благодарить так, будешь за аккуратно это. Аккуратно так подвели к вопросу, все. А потом хлоп такой, знаешь, как... Хлоп, извинили, после эфира. Мелким текстом в контракте такая дописочка. Люди ее обычно не читают. Раз такой посмотрел, вроде бы все хорошо расписалось. Андрей, сотрудник ЗАГСа уже на подъезде. Это как военкомат обычно у пацанов, если что, да? Тут высоко, Андрюх, извини, но шестой этаж не убежишь. Не смотри в окно. Да там без шансов, я знаю. И поэтому мы продолжим, пока Андрюха будет у нас, Андрей, простите, будет, ну, свыкаться с мыслью о том, что он теперь женат. Опа. Мы продолжим тему. Уже, да, все уже. Мы продолжим тему о том, что наши эфиры доступны в сообществе Gold Radio FM ВК. На нашем сайте fsbmedia.ru, на сайте Gold Radio можете послушать, как уже сказала Евгения Юрьевна, а я повторю, видеотрансляция прямая всегда идет в сообществе ВК. Это же видео можно посмотреть на нашем канале YouTube. Скоро появятся еще другие платформы, которые мы да, появится развиваем. Появится скоро Дзен. Да? Появится. Ольга что-то не хочет, а я считаю, что Дзен очень хорошая площадка. Андрей, как ты относишься к дзену? Пару раз читал. А почему дзен так не популярен, кстати? Ну, наверное, потому что туда заливают все, что не попадя. А вообще, вот если сейчас рухнет YouTube, куда пойдем-то? Да не рухнет он, его нужно просто там буквально пару действий сделать и все эти рухнуть, обойти. Ай-яй-яй, Андрей, ай-яй-яй. Почему? Куда ты собрался обойти? Нет, давайте, ну это реально получается. Вот нет Ютуба, что будем делать? Рутуб? Свой поднять. Рутуб? Рутуб, ну, я не знаю. Вот сложно мне сказать, потому что там функционал меньше, потому что там качество видео. Ну, может быть, когда не будет Ютуба, освободится куча времени, чтобы заняться, наконец, нормально Рутубом. В Рутубе нужно очень много моментов доработать. Да вообще в интернете. Ну, значит, будем в ВК. Глобально поработать. То есть дзен нас Андрей не поддержал, Рутуб. Я не то чтобы не поддержал, я пока не вижу для себя ценности. Есть ресурсы, инженерные ресурсы, которые я читаю каждый день. И мне не важно там, что там, как там. Мне очень нужна правильная, четкая информация. А на дзене это больше художественное что-то, про цветочки, про жизнь, про готовку, что-то такое. Но никак не про инженерное. Слушай, а ты вот, я вернусь всех к нашей теме, дроном, аккуратненько да. К дронам. Помнишь свой собранный первый дрон? Да. Сложно было, долг собирал, сразу все получилось? Сразу все получилось. Так неинтересно. Почему? Я просто умею читать инструкции. Ты ботаник? Нет. Ты что, сам собрал вообще без помощи? Да. Да ладно. Да. Серьезно? А что нужно, чтобы собрать вот Ольга, дрон? Там две руки. 45 плюс уже не собирает уже. Две руки, паяльник. Евгения Юрьевна, вы становитесь просто бессмертны.
Инструкция хорошая, паяльник, две руки и еще комплектующие. И две ноги. Ну, как минимум. Зачитайте рэпчик, Евгения Юрьевна. Рэпчик? Ты мне хочешь, чтобы я это зачитала про сегодня, да? Конечно. Я напоминаю. Смотри на палец. Да. Особенности рожденных 22 августа. Сильные стороны. Целеустремленность, решительность, дружелюбность, тактичность, бесконфликтность. Слабые стороны. Мнительность, неумение признавать свои ошибки. Ольга Михайловна, а у тебя какие сильные черты? Моя самая сильная черта – это терпение, Евгения Юрьевна, потому что вас терпеть не каждый может. Поэтому, ребята, поехали танцевать и слушать Gold Radio, не переключайтесь. А в это время Ольга будет меня терпеть. На Gold Radio. И в эфире сильная шеф-агент Ольга Петрова, красивая главный агент Евгения Кудинова и свободный Андрей Тафратов. А мы продолжаем, скажем так, у нас осталось чуть времени, и мы будем подводить итоги. Андрей, вот мы хотим с Ольгой Михайловной все-таки научиться управлять дроном, хотим снимать красивые видео. Вот мы к тебе придем на обучение. С чего мы начнем? Вы начнете вот с симулятора. Что такое симулятор? Симулятор? Мы будем симулировать? Симулятор – это такая очень простая программа. Это как графическая игра. Как компьютерная и игра. И мажор. Да. Мы будем летать на 13... А теории не будет? Не расскажешь нам? Вот дрон, вот его там разрежешь его напополам, это, раскроешь. Это, вот пилот это не должен знать. Пилот должен знать, что там... То есть мы садимся за компьютер, да, и тренируемся. Да. Сколько джойстик... это нам надо? Вот это вот? Ну, хотя бы часов 10-15. 10-15 часов мы сидим, Ольга, и тренируемся за компьютер. 10-15 часов. То есть нет, мы... не подряд. Это подряд сколько у вас. Сколько дней глаза... нам надо? Вот мы нет, пришли, глаза... сколько там? 2-3 часа, да, там в день? Ну, хотя бы минут 20-30 и передышкой, потому что концентрация, она все-таки теряется. То есть это где-то недели 2 минимум надо, да, тренироваться? Да, да. Дальше мы идем уже... Да, практика учимся. Уже. Нет, сразу практика, после симулятора практика небольшая. А сейчас эту практику можно проходить? То есть ты вообще можешь организовать? Или могу, сейчас... могу, без проблем. Это спокойно. Или можно. Сейчас нет смысла пока учиться, нужно подождать, пока будет разрешено? Ну, вообще учиться никогда не имеет поздно. Не поздно. Да. Угу. То есть можно начать сейчас? Да, готовиться к тому, чтобы ну, красивое что, видео снимать. Потому что если больше шанс выучиться, почему бы и нет? У тебя есть. Если рядом есть человек, который может летать научить, не только на маленьких, которые сильный, эти красивый видео снимают, но и на больших, которые могут а потом, поля обрабатывать. Не, поля нет, нам почему надо готовить поля? С лукошком. С лукошком это здорово. Нам надо но грибы поля, собирать и жарить. Ну, это очень практично и идеальное решение для домохозяек. Но тут ситуация следующая, что те, которые поля обрабатывают, они получают 250-230 тысяч в сутки. Сейчас пошла реклама. Так, да, поподробней. То есть, смотрите. Профессия будущего, скажем. Это операторы, это, да, получают? Да, да, они очень хорошо сутки зарабатывают. Да. Особенно в сезон. То есть, за... сезон он может заработать что-то порядка нескольких миллионов. Скажите, это, пожалуйста, ну, как, мы не тем занимаемся в этой девушки жизни. Девушки, еще раз повторяю, парень-то свободный, свободный парень, перспективный. Это самое, как в фильме про невест, да? Когда догоняли его, и он убегал от всех по крышам. Не благодари. Спасибо. Я все понимаю, но зачем так жестко? Вот. Ребята, ребята, стойте, я что-то вижу на горизонте. Смотрите, смотрите. Черный ворон летит. Все, ребят, надо закругляться. Сейчас уже он прилетит. Смотри, уже... Черный нет. Дрон? Черный ворон, дрон. Это к чему, ребят? К тому, что осталось немножко времени. Андрей, нас выгоняешь опять? Я вас собираюсь выгонять, чтобы мы с тобой потом за дверьми поговорили по поводу твоих высказываний. Итак, я все-таки... обратно верну вас всех в студию. Ребят, огромное спасибо, Андрей, тебе за этот эфир. Было очень интересно. Надеюсь, всем было очень интересно. И мы ждем вас, друзья. Как всегда, каждый четверг, это значит следующий четверг, 29 августа в 11:00. И с вами снова будем в эфире. Я шеф-агент Ольга Петрова, главный агент Евгения Кудинова, наш гость. Секретный. Точно? Угу. Не будем сдавать? Нет.
Ну, Евгения Юрьевна поддерживает интригу, а Черный Ворон уже прилетел. Ребята, слушаем нашу самую любимую крутую песню. Что молчать? Стань свободным.